Смерть и смерть пограбил, Иисус, Бога ты живой народ. Христос воскресе из мертвых, смерть и смерть пограбил, Иисус, Бога ты живой народ. Слава Богу, что же первая часть карантина закончилась. Мы верим, молимся и верим, что Господь продлит еще время пребывания нашего на земле, обойдет страшное поветрие, губительное каждого из нас, и наши обители, наши храмы, и землю нашу. Пусть Господь укрепит всех в вере, благочестии, покаяние, чтобы мы осознали, что все, что дает Господь, это за наши грехи, для нашего исправления, для того, чтобы мы стали лучше, чище и добрее. Мы за все благодарим Господа, и за скорби, и за радости, потому что Господь всегда с нами. И дай Боже, чтобы все это время, которое мы пережили, прошло, проходит все. Но милость Божия всегда остается с нами. Я желаю вам здравия, спасения, братья, обители наши, чтобы они были достойны монашеского звания, чтобы совершали со страхом Божиим богослужения, молитвы, приобщали народ духовности к вере и хранили православие, как зенит ока.
Воскресе Христос, воскресе! Воскресе Христос! Воскресе! Сейчас зашивают Софьянский купол, а после этого принимаются за наш. Это для сбора кружка? Нет, это ну, штукатурка, не штукатурка, ну, набрасывать шубу. Вот цветочка себе. Какие же там Святых Жан Мироносец. Благодарю, что вы нас посетили. Очень рады всегда вашему приезду. Приезжайте почаще. Вы знаете, что это Да, подписано митрополитом Сергием. Хоть лежит, потому что он исторический владыка Сергия. Здесь поздравляю вас, дорогие братья и сестры, с праздником в честь святителя Христова Николая и праздником Пасхи Божией Спасительной. Все мы, милости Божией, переживали и пережили основную часть испытаний, которые послал Господь для нашего вразумления нашей жизни, для того, чтобы мы почувствовали, что без Бога мы ничто, и что от Господа зависит все наши движения и жизнь, и дыхание. И каждого человека, который живет в Измаиле, в Одессе, в нашем Одесском регионе, мы верим, что Господь не оставит без своей милости, без внимания, без заботы, если мы будем молиться. Я сегодня рад, что посетил после измаильских монастырей Свято-Николаевское, где мы совершали богослужение, Константиновский, сейчас прибыли сюда, на пути в Келью, в этот прекрасный храм, где отец Иоанн покойно много потрудился
многие годы он устроил постепенно роспись красивую, он трудился, у него вкус был такой эстетически хороший, вечная ему память. Господь призвал его в почтенном возрасте, и мы молимся покаяние души его. Я рад, что отец Максим, который был соратником, клириком этого храма, назначен сюда, настоятелем. Он молодой, выпускник нашей Одесской духовной семинарии. Он трудится здесь тоже. Вот палитра по мне начинает. Прекрасный храм, очень уютный. Он тоже был распят. Начинал его с нуля. В Измаиле, вы помните, 28 лет назад я приехал. Был один собор по Свято-Покровски. А остальные не были, были закрыты. Константин Ильинский храм, Ростов Богородичный, там школа была. Везде было мерзость и запустение, и мы начинали с нуля. Но Господь не оставлял, потому что знал, что мы делаем для Церкви, для славы Божией. И Господь благословлял все наши дороги, наши мысли, наши труды и наши начинания, наши завершения.